Здравствуйте! В этом видео я покажу вам, как поменять язык в Google. Для этого клацаем на наш значок, переходим в настройки. Здесь клацаем перейти к настройкам. Здесь выбираем данные и персонализация. И прокручиваем в самый низ. Дальше вот у нас есть настройки языка. Выбираем язык. В данном случае у нас стоит русский. Но мы хотим выбрать, допустим, английский. Выбираем английский. Здесь же можно выбрать страну, ну, допустим, United States. Мы не будем долго выбирать. И ставим его на первое место, а русский удаляем. Вот, видите, уже у нас тут пишет на английском. То есть, вот мы теперь возвращаемся. Видите, у нас все меню на английском. Если же это не получилось и почему-то язык не поменялся, значит, нужно обновить cookies. То есть, вы должны зайти в настройки, обновить cookies. Из-за этого может тоже язык не поменяться сразу. Вот и все. Если видео было вам полезным, поставьте, пожалуйста, ему лайк. И подписывайтесь на канал. Всего вам доброго.